не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Ходить в гости принято по приглашению. Но если очень хочется нанести самостоятельный визит доброму другу или знакомым, лучше предупредить их об этом заранее. Стоит обговорить и количество визитеров, уточнить, можно ли взять с собой ребенка или общих знакомых. Время визита назначает принимающая сторона. Гость может лишь обозначить, когда хотел бы прийти. В будни это стоит делать после 6 часов вечера, в выходные – в послеобеденное время. Не приходите раньше назначенного. Если задерживаетесь дольше, чем на 10 минут, предупредите об этом в телефонном звонке. Лучше всего приходить в гости не с пустыми руками. То есть берите с собой небольшой презент, это не обязательно должно быть что-то дорогое. Можете взять бутылку вина, коробку конфет, торт или пирог, зависит от ситуации. И если в доме есть дети, лучше им тоже что-то принести. Вручают презент сразу после приветствия хозяев дома. Если в гостях вы оказались в незнакомой компании, поздоровайтесь с присутствующими и дождитесь, пока хозяева самостоятельно представят вас друг другу. Об экскурсии по дому стоит попросить, самостоятельно осматривать территорию неприлично. Ладно, посидим еще немного. И они посидели еще немного. Потом еще немного. А потом еще немного. Еще немного. Если вы сидите таким дружеским коллективом, то можете оставаться там до 10-12 часов вечера. Если же вы зашли по какому-то деловому вопросу что-то переговорить, то лучше находиться в гостях не более 2 часов. Уходя, не забывайте поблагодарить хозяев за уделенное внимание. По возможности предложите им нанести ответный визит в ваш дом.